В редакцию Люберецкого районного телевидения неоднократно обращались возмущенные жители гарнизона. Все они жаловались на то, что этой зимой в военных городках А и Б дороги плохо убирают, что предприимчивые водители превратили все проезды и даже тротуары в бесплатную стоянку. К тому же во время уборки снега техника повредила каштаны возле дома номер 40. Как рассказали жители гарнизона, каштановой аллее более 20 лет. Эти красивые деревья растут довольно медленно, но в начале весны их вид странным образом изменился, и не в лучшую сторону. Когда убирали снег, трактор все-таки он не умещает. Возможно, чтобы была крупногабаритная техника, я так предполагаю, что, наверное, вот деревья пострадали, конечно, очень жалко. Вы видели, кто рубил? Ну вот, видите как. Я говорю, ребята, вы зачем ломаете каштан? Они, тетенька, мы не ломаем. Потом смотрю, и здесь, говорю, это их кто-то обрезал или что ломали. Я не знаю, и вот никто ничего не убирает.